Телеканал ПС представляет уникальный проект. Впервые в Архангельске региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады для школьников, умницы и умники. В интеллектуальном поединке сойдутся наследники великого Ломоносова, эрудиты со всей Архангельской области, организаторы турнира Министерства образования и науки региона и Архангельский областной институт открытого образования. Полуфинальные игры смотрите на телеканале ПС и на сетивизоре портал «Правда Севера» с 1 по 13 мая в 11:15 и 18 часов.